Привет, большая страна! Мы с вами отправляемся в Краснодар, мы с вами отправляемся на стадион Кубань. Это лучшая лига мира, МЛБет, первая лига, 22-й тур. Кубань дома принимает одного из лидеров сезона, Тульский Арсенал. Команду, которая, пожалуй, в последнюю неделю сумела действительно очень здорово разыграться. 12 матчей подряд без поражений у туликов. Ну а мы начинаем, дамы и господа, поехали. Стартовый свисток звучит и разгоняются у нас события в этом матче. Давайте по составам пробежимся. Начну с хозяев, футболистов клуба «Кубань». Соответственно, в воротах Юрий Нестеренко. Но это нас волнует в меньшей степени. Подача пошла, и удары Шкангелоян наносит. Первый достаточно опасный в этом матче момент. Здорово. Не самый, кстати, рослый футболист. Гелоян открылся здесь. Снова перехват на чужой половине. Обратите внимание, как они здорово комбинируют. До штрафной мяч доходит. Ткачев он в прошлом туре забивал. Он и в этом постарался это сделать. Нестеренко здесь в полном порядке. Здорово угловые низом разыгрывать. Вот как сейчас. Но ударную передачу Нестеренко спасает. Батака головой. И вот, пожалуйста, еще один очень острый момент от Арсенала. Нестеренко, Нестеренчище, можно так говорить, спасает сейчас свою команду. Много тоже у болельщиков вопросов по этому футболисту. Давайте этот удар посмотрим. Кокарев не очень удачно перед собой отражает. И здесь Кокарев! Как он это делает? Как он это делает абсолютно? Сейчас я просто... Я не знаю, друзья, что здесь? Я уже готовился 1-0 кричать, а тут Кокарев, пожалуйста. Супермен какой-то. Там, кстати, тоже становился когда-то лучшим бомбардиром. Передача какая интересная. Под удар Ткачева мяч летит. И Нестеренко снова. Вот мы Кокарева нахваливали. А Нестеренко-то тоже сегодня Буффона исполняет во всей красе. Пока лучшие игроки, это точно вратари. И раз за разом мы с вами видим, насколько это опасно. Подача идет на дальнюю, мяч доходит. И здесь Иван Бахар не подстроился просто. Как многослойно идет эта атака. Левин из Шхана Гелояна находит. Гелоян низом пробивает. Хороший удар. Рядом со створом ворот мяч прилетает. Еще заброс. Это, кстати, в руки. Это в руки Кокарева. Он там не зашел ли за линию с этим мячом. Ногами-то он, понятное дело, был за линией. А мяч, ну-ка, давайте смотреть. Ох ты, а не гол ли это? А не гол ли это? Ух ты, опасно, как сейчас. Вот такой неприятный эпизод. И Зуев здесь бежит к воротам. Зуев не стал смещаться. Ближе к ним пробил. Нестеренко тоже спокоен. Подача. Опасно могло быть, как сейчас. Евгений Осипов успел бы. И был бы гол. Интересный вариант. Коротков, скидка головой. Нестеренко очень спокойно мяч забирает. И звучит финальный свисток. 0-0, дамы и господа. Кубань, Арсенал в матче 22-го тура МЛБ первой лиги решили голов друг другу не забивать. Разошлись миром.